Эй, пёс, ты давай-ка послушай сюда, сука, о том, как реальнее стать ёбана, и что вообще делать надо, чтобы не жить пидором в муках. Послушай сюда, короче, ты меня на, как превратиться из пса ебаного в реального пацана. Реального пацана. Много реальных пацанов во дворе тусуется, но гораздо больше лохов ебаных. Эта телега родилась на улицах города, в гетто-кварталах. Пацанчики слагали эту легенду годами и хранили ее в головах убитых. Жили по понятиям, мочили пидоров хитрых.